Его называли символом губернского парламентаризма, а сам себя он считал человеком командным. И именно это помогало ему добиваться поставленных целей. В Самарской губернской думе прошло памятное мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения Виктора Сазонова. Он был руководителем УФСИН по Самарской области, дослужился до звания генерал-майора, а затем стал председателем Самарской губернской думы. В этом качестве он проработал 4 созыва, что само по себе уникально. Человек, который необыкновенно ответственно относился к своей профессиональной деятельности, был очень демократичный и по-особому относился к людям, которые его окружают. Вне зависимости это от того, были ли это какие-то чиновники, высокие руководители, либо простые жители нашего региона. Виктор Федорович руководил Думой почти 17 лет. Значит, это целая эпоха. 4 созыва. И потом я думаю, это не структура, которая была вот тогда работает традиционно. Это был созданный вновь орган управления, властная структура очень серьезная во всей стране. И за эти годы Виктору Федоровичу удалось создать такую очень работоспособную думу, с моей точки зрения. Это фигура, это личность. Виктор Сазонов был почетным гражданином Самарской области. По его инициативе был создан общественный молодежный парламент. Но при этом он никогда не забывал о своей семье, в которой воспитывал 2 детей. Вообще был государственным человеком. Хоть и семью не забывал, и детей уделял внимание, большое внимание. Но, в общем-то, всегда был работе предан на всех своих вот рубежах. Все присутствующие на памятном мероприятии отмечали, что Виктор Сазонов был человеком слова, и если давал обещание, всегда его выполнял, чего бы ему это ни стоило. Виктория Шара, Константин Головин, «События».